Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами вязать манишку для мальчика 3 лет. Я взяла ниточки 2 цветов, голубые нитки, вот они, 50 грамм, ну и синие тоже мне идут 50 грамм, 160 метров, а темно-синие нитки у меня тоже 160 метров. И состав у них тоже одинаковый. 55% катона и 45% полиакрила. Я уже начала вязать. Цвета я буду менять произвольно. Связана тут у меня резинка 1х1. Набрала я 88 петель плюс 2 кромочные, то есть 90 всего, и вяжу спицами номер 2. Я связала вот такой вот кусочек, сейчас замерим, сколько он сантиметров. У меня 15 сантиметров, но тут произвольно уже, как вы хотите, чтобы горловинка была больше, меньше. Я просто вязала, не могла остановиться. Теперь мы будем вязать голубой нитью. Я сразу последнюю петельку предыдущего ряда провязала голубой нитью. Будем вязать следующим образом. Сейчас у меня ниточки запутались. Мы будем из каждой лицевой петельки будем вывязывать 2 лицевые, и у нас получится резиночка 2 к 1. Вот изнаночную мы провязываем изнаночной, а из лицевой мы делаем 2, то есть провязываем лицевую и делаем накид. Опять изнаночную, у меня стучат спицы по штативу. Изнаночную мы провязываем, из лицевой делаем 2, то есть провязываем лицевой и делаем накид вот таким вот образом. Опять изнаночную провязываем, провязываем лицевую, делаем накид. Опять изнаночную, лицевую и делаем накид. Продолжаем до конца ряда. Итак, мы провязали до конца ряда. Теперь мы, наша задача провязать петли так, чтобы они были перекрещенными. То есть все накиды мы провязываем изнаночными петлями и рядом, которые тоже изнаночными. То есть вот таким вот образом. Это, конечно, сложновато. Вот надо нам за заднюю стенку зацепиться. Вот таким образом, видите? Изнаночная, изнаночная, лицевая. Опять, видите, чтобы она была перекрещенная за заднюю стенку. Вот. Вот таким образом, 2 изнаночные, лицевая. Попробую чуть-чуть сделать дальше, так может будет лучше. Опять изнаночная, тут не очень удобно, вот. Вот так вот продеваем. Можно, в принципе, наверное, вязать и бабушкиными петлями. Будет гораздо удобнее. 2 изнаночные, лицевая. Опять. Две изнаночные, лицевая.
еще раз покажу. Вот за вот эту вот, как вам показать, вот так. Вот. За вот эту стеночку заднюю. Вот, видите? Ну, если вязать бабушкиными, то вот так получается проще. Видите, вот так. И петелька получается перекрещенная, чтобы у нас не было дырочек. И так далее. Вяжем до конца ряда. Затем вяжем по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночную, потом переворачиваем опять 2 изнаночные, 1 лицевую. То есть всего мы должны провязать резинкой 2 на 1, 5 рядов. И затем встретимся опять. Мы провязали 5 рядов. Теперь мы будем делать то же самое, что мы делали до этого. То есть из 1 лицевой мы будем вывязывать 2 лицевую и накид. Кромочную снимаем, 2 изнаночные мы провязываем. Далее у нас идет лицевая, мы провязываем лицевую и делаем накид. Опять 2 изнаночные, лицевая и накид. 2 изнаночные, лицевая и накид. То есть у нас после провязывания этого ряда получится резинка 2 на 2. И этой резинкой мы уже будем вязать, ну, каждый кому сколько нужно, то есть насколько вам нужно, чтобы эта манишка была длинной, то есть чтобы лежала хорошо на плечах, чтобы только слегка внизу была, ну, то есть либо настолько, насколько у вас хватит пряжи. Только не забывайте, что мы с вами еще будем вязать планочку, потому как манишка у нас будет на пуговках. Ну все, вяжем самостоятельно до конца ряда. Следующий ряд точно так же, как мы до этого вязали. Накиды мы должны провязать перекрещенными петлями, чтобы у нас не было дырочек. Вот видите, сейчас я покажу. Как вот здесь у нас получилось красиво, нету никаких дырочек, ничего, вот посмотрите. И вот так вот выглядит вязание с этой стороны, видите, тоже довольно красиво. Точно так же мы будем и здесь провязывать накиды перекрещенными петлями. Вяжем самостоятельно. Вот такая манишка у меня получается. Я чередовала нити просто в произвольном порядке, особо ряды не считала. Вот посмотрите, как получается. Очень плавный, красивый переход идет от резинки 1 на 1 до резинки 2 на 2. Единственное, что вот я вам хочу еще порекомендовать, видите, вот здесь, где идет прибавка, я сменила цвет, и оно смотрится гармонично, видите? А с этой стороны я продолжила голубым цветом, где прибавка, вот она, и она сразу заметна. То есть, если кто сначала просматривает видео, потом свяжет, то вот здесь вот я рекомендую тоже поменять на нить другого цвета, когда будете делать прибавку, тоже будет красиво. Но у меня это будет изнанка, поэтому видно не будет. Вот так будет выглядеть с лицевой стороны. Мне нравится, очень красиво. Я больше уже вязать не буду. Всего у меня получилось, давайте посчитаем, вот начало первой прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 ряда я связала. Напомню, что вяжем мы манишку на ребенка 4 лет. Я померила, в принципе, подойдет такая длина. Теперь нам нужно закрыть петли. Можно закрывать петли этим же цветом. Можно взять опять голубенький цвет, кому как нравится. Закрываем петли. Рекомендую закрывать эластичным закрытием.
Оставляю вам ссылочку, можете перейти по ссылочке посмотреть, потому что в этом видео я не буду показывать, как закрывать петли. И так видео получается довольно длинным. После того, как мы закроем петли внизу, можем смело отрезать уже нить, обе нити. Манишку подгибаем вот таким вот образом. Также смотрите, как вы хотите, но примерно вот смотрите, вот с голубого цвета идет расширение. Лучше оставить здесь еще немножко, где-то вот так вот можно подогнуть, вот так. Вот, чтоб, ну и чередование цветов будет. И вот здесь, вот у меня, в принципе, тут эта нить осталась. Можно сшить самыми простыми, обычными, тоненькими ниточками, потому что мы все равно будем здесь еще планочку вывязывать. И точно так же сшиваем. Внимательно меряем, чтобы было одинаково. С левой стороны и с правой. И точно так же вот в этом месте здесь сшиваем. И встретимся уже, когда будем вывязывать планочку. Можно, в принципе, и не сшивать. Можно сразу набирать петли, держать аккуратно рукой и набирать петли. То есть, кому как удобнее. Вот, смотрите, я уже закрыла петли. Единственное, что попробовала я закрывать петли эластичным закрытием, мне не понравилось. И я закрыла иглой. Вот, видите, получилось очень красиво, аккуратно. Я, если кто хочет, можете написать мне в комментариях, я покажу, как я это делала. Ну, естественно, на другом примере. Потому как, чтобы было более понятно, нужно показывать другой ниткой, тогда будет хорошо видно. Потому что это очень кропотливая работа. В принципе, я никогда не закрывала иглой, и у меня получилось, можно сказать, с первого раза довольно неплохо. Вот, видите? Вот так вот. И вот оно хорошо тянется. Мне нравится эффект. И я уже вот с этой стороны сделала такую вот планочку, связала. Не пришивала я здесь сразу, когда набирала петли, сделала подгиб и сразу набирала петли. Видите, посмотрите, как я сделала вот с этой стороны и вот с этой. То есть тут я набирала петли. Вот тут видна прямо косичка. Видите, вот. Вот. Вот там ниточки. А здесь, где утолщение, мне не понравился такой эффект. И поэтому я набирала петельку и делала накид. И потом провязала две вместе. Вот видите, как получилось. И вот так вот с этой стороны. Точно так же мы будем делать с этой стороны. Вот сейчас я вам покажу. Будем делать вместе. Смотрите, набирать отсюда петли для планки мы будем следующим образом. Я вот отметила место, где у меня будет заканчиваться вот этот сгиб. Видите? Мне удобнее вот так вот будет набирать, чтобы у меня оно плавно ложилось, чтобы потом нигде не топорщилось. Соответственно, я сначала набираю петли вот сюда. Я делаю таким образом. Вот моя нить. Я оставляю хвостик. Я не знаю, я так произвольно оставила, сколько здесь, где-то метр. И вот от этого места, где я себе отметила, вот, я просто... Вот здесь набираю петли. Вот. Вот здесь у меня будет подворот. Вот начинаю отсюда и смотрю внимательно, чтобы я захватывала полностью всю кромочную. И вот здесь видите вот эту вот, вот эту еще голубую, вот она у меня нить, я ее не обрезала, а протягивала ее вдоль кромочной. Вот ее тоже захватываю. Вот. И вытягиваю петельки в следующую кромочную точно так же. И голубую эту тоже захватываю нитку.
Следующую кромочную. Видите, она у меня здесь. Вот так вот. Вот. Таким вот образом. Ну, то есть сколько у вас кромочных, столько и набираем петелек. Вот здесь вот я потом спрячу эту нить. Сначала. У меня камера плохо фокусируется. Так, вот это я набрала вот таким вот образом, перетягиваю спицу. Теперь я поворачиваю вот таким образом, сгибаю, видите, вот. То есть это надо делать либо чулочной спицей, либо вот такой, как у меня на леске, чтобы можно было перетянуть спицу. Пока мне спица не нужна, я пока буду набирать крючком. Соединяю. Вот у меня другой конец нити. Вот он. Видите? Вот он. Я теперь не от клубка буду, а дальше я набираю вот этим концом и беру крючок. Вот. Теперь надо быть очень внимательным. Я теперь буду набирать с двух сторон, делать накиды вот таким вот образом. Вот это у меня будет как накид. Вот так, накид. Потом мы будем провязывать по две вместе. Это я так придумала. Не знаю, может, такая техника давно существует, но это я так для себя выдумала. Мне так удобно. Чтобы было красиво и чтобы убрать вот эту вот ниточку, которую я протягивала через все вязание, чтобы не обрывать разные цвета. Видите, вот я делаю, провязываю, делаю петелечку, вот она у меня. Так, вот, вытягиваем вот одну петельку, спицу мы пока не трогаем. Теперь следующую кромочную и вот эту вот голубую мы захватываем тоже. Вот кромочная и смотрим вот эту вот, вот эту тоже захватываем. Подождите, мы не сделали накид, вытянули, вытягиваем петельку, делаем накид. Теперь следующую захватываем. Вот эти нитки хочу тоже внутрь спрятать. Вот, опять делаем накид. Потом будем привязывать по две вместе. Спица мне тут мешает.
Так, опять делаем накид. Следующую кромочную. Да, вот она. И здесь тоже. Внимательно смотрим, чтобы вот эти все ниточки с этой стороны все захватывались. Ну что у нас лицевая сторона? Вот эти вот тоже все прячем. Делаем накид. Ну, в общем, принцип вы поняли, да? В каждую кромочную. Смотрим внимательно, чтобы мы не пропускали. И одну петельку вытянули, делаем накид. Опять следующую. Эти все ниточки нам надо тоже прятать. Вытянули петелечку, делаем накид. Вот. Опять. Обязательно захватываем вот эту нить другого цвета. Ну, кто не делал вот так, как я, то вам, в принципе, проще. Но у меня узелки сильно видны, я не люблю. Вот так. Следующую. Тут мы, видите, на голубом полотне захватываем синюю. Вот. И так далее. Принцип вам понятен? Вот так далее до конца мы набираем петли и обязательно делаем накид. И затем с крючка переснимаем петелечки на спицы. Как я это буду делать? Я беру, сейчас я вам покажу. Вот. Вот я беру спицу, вот этот конец, переснимаю на крючок, с крючка, вернее, на вот эту спицу, чтобы внимательно, чтобы не потерять ни накид, ни петелечку. Вот так переснимаю все. Вот, пересняли. А теперь я беру вот эту спицу, где у меня вот тут были набраны, видите, петельки. И спокойненько себе переснимаю вот сюда, не боясь, что у меня что-то где-то потеряется. Потому что если просто снять с крючка все петелечки, может какая-то ускользнуть. Вот. Перетянула вот так вот спицу. Все. У меня уже, видите, опять на этой спице все. Здесь я буду конец делать точно так же. Видите, вот я вот эту прячу, ну, насколько она прячется внутрь. И у меня тогда здесь, видите, есть косичка, а тут у меня ничего не будет уже. Я пробовала делать точно так же. Тут она не сильно толстенькая, а тут из-за того, что полотно двойное, получается слишком толстое, мне не понравилось. Все, смотрите, петельки мы набрали. Вот видите, теперь будьте внимательны, вот у меня еще остался какой длинный конец, мы не этим вяжем, а берем нить от клубка. И провязываем, сначала мы просто провязываем вот эти петельки, которые до подворота идут. Первая кромочная мы ее снимаем. Дальше мы вяжем резинкой 1 на 1. Смотрим, как у нас здесь было. Здесь у нас было на изнаночном полотне изнаночная. Ну, тут мы вяжем точно так же. Ага, смотрим внимательно, как мы набирали петли, чтобы у нас они не были перекрещенные. Вот так.
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть вяжем резинкой 1 на 1. Привязываем все петельки до вот нашего подгиба. Так, все, теперь мы будем вязать по 2 петельки. Чтобы у нас было красиво, нам надо посчитать, сколько у нас было здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18 петелек у нас было. Значит, мы смотрим, чтобы у нас тоже было 18. Очень внимательно. Так, 1. Видите, я по 2 вместе провязываю. По 2 вместе накид и петельку. 2. 3. 4. Не забываем лицевая, изнаночная. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. Так, это у нас была лицевая. 13. Так, смотрим. 13, так, это будет 14, 15, 16, 17. Не хватает одной петельки. Значит, мы будем... Это мы провязали изнаночную. Значит, тут по одной можем провязывать. 13, 14, 15. Теперь опять по 2. 16. Тут одну мы привяжем, 17, и эти две – 18. Все, у нас 18 петелек, как нам и надо было. Далее все очень просто. Переворачиваем вязание и вяжем еще один ряд. Точно так же, как мы вязали. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Точно так же. Переворачиваем вязание. Теперь мы будем делать отверстие для петелек. Ну, для пуговиц, вернее. Петельки будем делать. Провязываем. Ну, в самом низу я не буду делать пуговку. Где-то провязываем 7 петелек. 10. Кромочную не считаем. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 7, да, наверное, надо сделать 7, 6 даже, 6. Теперь провязываем 2 вместе и делаем накид.
Далее опять вяжем 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие привязываем 2 вместе. Делаем накид опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем 2 вместе. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, переворачиваем вязание. Теперь вяжем внимательно. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь этот накид у нас будет изнаночный. Вяжем не перекрещенными петлями. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Этот накид лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Этот накид у нас получается изнаночная, лицевая, изнаночная. Ну, дальше мы уже вяжем до конца. Это у нас кромочная. Вот, смотрим, что у нас получилось. У нас получилось вот. Вот это у нас получились отверстия для пуговок. Видите, вот они. Вот три. Три пуговки. Вот 1, 2 и 3. Три отверстия у нас. И еще ряд мы провязываем. Затем будем закрывать петли. Все, я провязала еще один ряд. И теперь мы закрываем петли самым простым способом. 2 вместе. И опять одеваем провязанную петельку. Опять 2 вместе. И опять одеваем на спицу. Смотрим, что у нас получается, чтобы не было затянуто. Две вместе и опять надеваем на спицу. Вот у нас что получается, видите? Такая вот аккуратная косичка. Чуть-чуть вот так вытягивайте, чтобы не стянуло полотно. Таким вот образом. Вот, видите? Закрываем до конца самостоятельно. Все, закрыли петельки. Вот у нас хорошо видно отверстие для пуговиц. И вот такая манишка у нас получилась. Затем мы оторвем ниточку, спрячем все кончики. Вот.
Вот так вот она у нас будет застегиваться. Не нашла в доме подходящих пуговиц. Вот примерно вот так вот она будет выглядеть. Вот таким вот образом. Такая вот манишка у нас получилась. Вот здесь она у нас вот так вот расходится. Если посмотреть вид сверху, как она на плечиках будет. Вот она, видите, вот так вот. Вот. За счет резиночки очень хорошо ложится по плечикам. Вот, видите. Тут двойной отворот, будет очень тепло. Вот так вот. Пришью подходящие пуговки, сфотографирую и вставлю в конце фотографию. Итак, манишка для мальчика у нас готова. Связана у нас, можно сказать, из остаточков. Если кто, может быть, помнит, вот эти вот голубые ниточки, это я вязала кардиган крючком. Ну, а серенькие ниточки, это я покупала, у меня остались тоже, от вязала шапочку. Мастер-класса нету по этой шапочке. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал. Впереди вас ждут новые видео. Всем пока!